Итак, сегодня по-прежнему пятница 13-е. И у нас вот такой вот рунический не расклад, а бросание рун на отношения, на инцидент. Что делать, если вас обидел любимый человек или даже бывший? Уже, да? Бывший любимый. Ну, собственно говоря, что мы тут имеем? Смотрите, вверху все-таки выпала руна Геба. Все-таки она как бы особняком и во главе всей вот этой вот кучки, над этой кучкой. Руна Геба все-таки это отношения, все-таки это чувства, которые были, это какая-то взаимность. Расклад не пустой. Что видим в прошлом? В прошлом, знаете, то, что происходило внезапно. Возможно, это было внезапное знакомство, возможно, просто человек, да, появился, когда вы его уже не ждали, или вообще вы ничего не ждали, была такая ситуация. Как-то вот вы озарили жизнь друг друга, но были, видимо, и трудности. В середине руна Иснид. Ну и Эйхвас тут еще кучкой как-то, да. Вокруг них получается Лагус Аберкана. Это то, что на настоящее внизу Молот Тора и Тейвас. Ну, как бы неприятная ситуация, которую вы, как женщина, но это больше для женщины все-таки расклад получается. Которую вы своей как бы женской энергетикой должны разрулить. Знаете, можно было бы сказать, что нит это привязка. Нет. Вот сочетание вот этих вот трех рун я бы интерпретировал как плюс еще вот эти две, да. Как, наверное, ну, то, что отношения не то чтобы завершены, их, наверное, нужно завершить, потому что они ничего хорошего не несут. Здесь полнейший деструктив. И здесь, понимаете, человек, который нуждается. В чем, в ком нуждается? В вас ли он? Кстати, ну, если брать деньги, то тут вообще про деньги, наверное, ничего. Нуждается, может быть, какой-то в помощи, в какой-то поддержке. Наверное, так. Человек, который, в общем-то, потерялся. Ну, и тут, в общем-то, порча налицо. Тут классический вариант порчи. Который, кстати сказать, тянется, в общем-то, из прошлого. А сейчас... Может быть, это, кстати, как вариант борьба двух женщин. Которая достигла своего апогея, кульминации какой-то. Потому что здесь женская энергетика. Одна ли это женщина или две женщины? Вопрос. Но тут каждый, наверное, под свою ситуацию может это как-то уже интерпретировать. Но, в общем-то, это на самом деле очень похоже на порчу. Именно магическое вмешательство. Потому что когда идет вот эта руна, Эйхвас, то это всегда магия. Это всегда магия. Здесь, кстати, удар может быть по женскому здоровью. Но вот сейчас такое впечатление, что отношений нет. Хотя вот она, руна Геба, да, казалось бы. Вот она. И вроде бы как никто никуда не делся. И она во главе угла, но она сама по себе. Впереди руны хорошие. Впереди, в общем-то, руны радости, энергии, божественной поддержки, защиты. А по всей видимости, вы из этой ситуации какой-то... Ну, тут явно неприятная ситуация. Выйдите с честью.
Я даже это как бы не могу назвать каким-то соперничеством, что вот две женщины борются за мужчину, да? Да, борются, но не факт, что это соперница здесь. Здесь что-то другое. Или это борьба просто двух женщин между собой, и ваши отношения из-за этого попали в какие-то вот жернова, в какую-то мельницу. Вот. Из-за, ну, все-таки, наверное, магического такого воздействия. Или же это борьба, ну, женщин, которые имеют по отношению к мужчине разный статус, да? Там жена, любовница, мать, например, да? Как-то так. Вот. Вы выходите с честью из этой ситуации. Но как-то почему-то никто никуда не двигается. Движение было раньше, а потом как-то все на месте. Остановка. Ну, в принципе, можно выйти из ситуации на самом деле с честью. Даже с какой-то, может быть, пользой для себя. Но если брать вот эти отношения, очень сложные отношения. И, наверное, здесь, знаете, выйти с честью, здесь выйти из отношений. Все-таки так. Потому что получается так, что, ну, ничего хорошего они не несут. Особенно женщине ничего хорошего не несут. А мужчина здесь, ну, он вроде бы как активный, видимо, достаточно молодой, но в силе. Может быть, моложе вас. Может быть, не обязательно моложе, но как бы такой, в общем-то, активный. Сексуально, может быть, активный. Но тут получается, что он вся эта активность не в вашу сторону. Вот сейчас. Не в вашу сторону. Куда-то вовне. Но в то же время у человека, скорее всего, проблемы. Кстати, руна мужчины тоже не выпала. Все руны женские. Все руны женские здесь, по всей видимости, но вот только Теевас мужчина, да? Можно вот так сказать. Турисет здесь скорее как идет удар по женщине. Это не к мужчине имеет отношение. Ну, хотелось бы видеть хотя бы Маннас все-таки здесь. К сожалению, нет ее. Геба особняком. Может быть, это все-таки другие отношения совсем. Не те, которые вот сейчас в настоящем, да? Или, может быть, человек не тот, который рядом с вами, а который дальше. Как-то так. С честью можно выйти, с честью выйти, с честью завершить эту ситуацию. Все-таки поставить точку. Хотя, как таковой точки, к сожалению, тут не видно, если специально этого не сделать. Потому что, ну, может быть, будут какие-то оправдания, может быть, вас связывает что-то еще, кроме как бы отношений интимных, да? Опять-таки, смотрите, тут вряд ли это подойдет расклад. Хотя, может быть, и подойдет тем, кто в браке. Может быть. То есть, если это брак, если это какие-то отношения, то получается, что брак, он остается, развода нет, но отношения испорчены в конец. Здесь все-таки нужна хорошая чистка, и чистка нужна именно женщине, потому что явное магическое воздействие есть. Как-то так.